Всем привет! С вами опять семейный канал, и мы продолжаем рубрику «Папы против мам». И сегодня у нас сравнение. Мы будем угадывать, из какого магазина роллы мы сейчас кушаем. У нас есть роллы, купленные в Тануке, и роллы, купленные в Маки-Маки. Специально выбирали одинаковые, чтобы все было правдиво и мы никого не обманывали. Соответственно, мама у нас вегетарианец, поэтому у нее роллы без рыбы, без сливочного сыра и так далее. А я ем все, поэтому у меня три вида самых популярных. Это Калифорния, Филадельфия и что еще? Канадский. И канадский. Ну что, с кого начнем? Папы. Так, значит, папа сначала... Папе закрывай глаза. Мама, закрой мне глаза, чтобы вот все было честно, чтобы дальше никого не обманывал. То есть, с одной стороны, у нас Маки-Маки, с другой стороны, Тануки. Я ничего не вижу, у меня будут закрыты глаза, и я постараюсь отстоять мужскую половину. И я верю, что папа выиграет в этом соревновании. Поскольку Тануки я очень люблю, 100% мы победим, мужики. Кровороче! Ну что, надо угадать, что это? Тут краб? Это краб у нас где? В канадском угре, да? Это либо Калифорния. Икринок я не чувствую. Значит, ну, Филадельфия. Угу. Откуда? По вкусу не очень, это Маки-Маки. Папа, как ты догадался? Потому что я больше люблю Тануки, мне кажется, я все угадаю сейчас. Ну ладно, поехали дальше. Есть огурец. И икринки. Это Калифорния. Угу. И Тануки. Правильно, пап. А пахло быть мне как-то. Вот так. Мужики, мы победим, я верю. 100%. Чем дальше, тем ближе мы победим. Закрывай ротик. Суховат. Ой, канадские. Тануки. Правильно. Ну, канадские? Да. Вот так вот. Ну, Калифорния. Я тут говорю Тануки? А что, это Маки-Маки? Ну, вот уже интересно. Ну, Тануки правда вкуснее, друзья. Ротик. Там предпоследний, да? Угу. Это два, что ли? Нет, один. Огромный. Ну, Филадельфия, да? Нет. Да ладно. Канадский? Да. Кстати, канадский у Маки-Маки вкуснее. Да? Угу. Это ж Маки-Маки? Правда, да. То есть у меня 4 из 5, да? Угу. Все круто. 5-6. А, теперь 5 из 6, ну, следующее, что осталось? Ну, последний остался, да. Давай, открывай рот. Это... Я готов. Да. Ага. Ты васаби приправил, что ли? Нет. Острый. В общем, Филадельфия. Угу. Тануки. Да. Все. Я его снимай. Угу. Так, не видно? Не видно. Не подглядываешь? Я закрыла. Что я показал? Тяжелый. Ты чем целиком хочешь съесть? Ну давай, сейчас мы тебе поможем. Я пока поем.
Водоросли и водоросли. Что это? У меня вот сейчас чухай. Откуда? Из тануки, мне кажется. Правильно. Ну, окей, давай усложним задачу. Выбрал? Да, конечно. Сковород. Ешь. Что это? Ну хочешь, не ешь. Блин. Покровором. С огурчиком. Откуда? Наверное, из Маки-Маки. Нет, та-та-та-та-там! Это было тануки. Поэтому, на самом деле, справедливый счет до трех, да? Ну потому да. Что если там... А у нас как получается, если 5 из 6... Все равно посадочного принципа. Ну давай, хорошо. Ну как минимум, мамы уже не победили, уже боевая ничья. Так, давайте попробуем. Аккуратно. Просто мне кажется, что авокадо и огурец все легко отличить. Сложнее роллы. Ну, это с авокадо, а угу. Хочется сразу следующий с авокадо, да. Ну, из Маки-Маки? Да, из Маки-Маки. На удивление, это вкуснее Маки-Маки. Но видите, не, ну, не всегда тануки лучше, чем Маки-Маки. Угу. Какой ты сказал, с авокадо? Угу. То есть три из трех, два ты угадала. Это что? Это тоже авокадо. Откуда? Авокадо не спелая. Типа. Ничего подобного. Я взял подряд две с авокадо из Маки-Маки. Я не знаю, читать это или нет, но мне кажется читать, поэтому 4-2. Давай следующий. Это хитрость отцовская, понимаешь? Женщины так не запрограммированы. Что это? С огурцом. Так. Откуда? Из Маки-Маки. Да, правильно. Из 6-3. Ну что, давай чуку эти скормлю. Ты все равно знаешь, как тут чука. Будешь ее есть? Да, чука одна, давай. В Маки-Маки чука вообще огромная, не знаю, как ее держать, но мне просто... Ты уверен, что ты в рот влезет? Смотри, куда и сейчас я сюда. Ну что, давайте поставлю тарелочку. Это невозможно. Конечно, чука это вкусно, наверное. Ну, в общем, засчитаем тебе, да, эту чуку? Но твой прокол, он дорого стоит. Мне кажется, ничьей не будет. Хитрость мужская. Друзья, ну сегодня все. Мы с вами прощаемся. Ставьте пальчики вверх этому ролику. Подписывайтесь на канал, оставляйте обязательно свои хорошие и интересные комментарии. А также предлагайте свои темы для съемок папы vs мамы. Мы обязательно вас смотрим. И, возможно, снимем ваши предложения. До новых встреч. Впереди много всего интересного. Пока. Пока-пока.